Вышли с женой погулять вчера с собакой. Вот. И мы частенько гуляем в этом лесу. И пришли сюда на вот эту поляну, на которую мы вот прежде были. И собака, как, мы думали срезать как-то дорогу, чтобы быстрее до дома дойти, потому что прохладно было вчера. И собака взяла нюх, не знаю, втыкнула нос в землю, побежала вот по тропиночке, по которой мы сюда дошли. Ну, здесь обычно мы сколько гуляли, мы видели тут лис, фазанов. Думали, мало ли, взяла чей-то след из этих животных, птиц. И побежали за ней. И вот буквально сколько, 150 метров, вот начались такие вот дебри, то есть по которым практически невозможно пройти. Я вот издалека оттуда увидел, что она подходит к чему-то круглому, которое вот лежало здесь, круглому с красным пятном. Подойдя поближе, я увидел, что это человеческий череп. Для того, чтобы удостовериться, я перевернул его ногой. То есть увидел, что это человеческий череп. Рядом лежал еще, как по определению полиции в дальнейшем, часть руки, тоже человеческой. Вот. После чего я вызвал полицию, приехал наряд из двух человек, которые подтвердили находку и вызвали уже экспертов. Ну, не каждый день встречаешь человеческий череп, и тем более, что он, ну, по внешнему виду реально выглядел свежим, и на нем еще был волосяной покров. Ну и, конечно, жутковато было, не прям так, чтоб, ну, жутко было. То есть неприятная встреча была с этим черепом. Вот. Ну, жена больше испугалась, ну, и мы уже ушли встречать, когда полицию, я жену отправил домой с собакой, и уже я с полицией здесь побыл, вот пока они все это смотрели, пока допросили меня. Мы теперь ее называем Звездочка. Ну, вот я как выставил, да, вот на Фейсбуке, то есть очень много сейчас и собаку хвалят, и, то есть и комментариев много. Ну и лайки, дизлайки, там все вот это вот, не без этого. Ну и как бы я больше, потому что она нашла, то есть я бы сюда в жизни не пошел. Но она уже побежала, так уж получилось, пришлось за ней побежать, потому что интересно, зачем она так быстро побежала. Ну и вот, пожалуйста, нашла. Решил приобрести вот бигля. И мы с сыном поехали, 70 километров отсюда вот мы нашли ее. Такая красивенькая была. Люди себе ее оставили, но... Они сказали, не можем спросить.